Выспаться. Мы уже в бассейн сходили с сауной. Это видео. А они еще спят, они отсыпаются. Трогательный процесс общения с волшебной коробочкой. Он сфотографировал вместе со мной. Это вот панорама с нашего крылечка, которая открывается нашему потрясенному взору. Природа нас радостно приветствует в виде божественного пения ворон или галок. Но все равно это нас не пугает и не смущает. Это вот места, приспособленные для изготовления пищи на огне, которые мы сегодня опять начнем делать для новых гостей, которых мы ожидаем с минуты на минуты. И сейчас сделаем небольшую панорамку того места, где мы все-таки находимся. Я на морозную погоду сразу все равно чувствуется приход весны. И вот эта радостная капель очень четко об этом говорит, что совсем-совсем скоро к нам придет весна. Вот они и долгожданные гости, которые обещали приехать в 6 утра на скромной машине под названием Mercedes. Сейчас выложит, он в Лондоне тут целый день гулял. Вот они, вот они. Выходите, выходите. Давайте запечатлим вас за рулем этой чудесной машины под названием Mercedes. Mercedes. Привет, с приездом тебя. Спасибо. Ну ладно, давайте. Мне реакция понравилась, когда я купила его. Так, такая тишина, пауза потом. Ну, правильно, надо же на чем-то ездить. Ну так оно и есть. У меня вот дворник отвалился. Да ну. Чудесное солнышко, которое нас пригревает и очень-очень радует. Подожди, давай сейчас я возьмусь. Пришельцы с гор. Это уже второе восхождение за сегодняшний, за нынешний уикенд. И оно постоянно производит огромное впечатление на всех людей, которые сюда приходят, в это святое место. К сожалению, я говорю, цензура не позволяет всех возгласов записать на видео, которое отражает истинное эмоциональное, да, состояние. И место-то святое, да. И люди-то воспитанные, поэтому материться в кадр не будем. Не, погодка просто замечательная, места потрясающие. Вот так вот. Не нужны никакие ни Альпы, ни Швейцария, ни Франция, хотя там тоже можно было бы побывать. Вот, но даже здесь, в родной Канаде, можно получать огромное удовольствие от общения с природой, что и надо регулярно делать. И это видео. Это именно оно, да. Я и предупреждаю. В самый ответственный момент я предупреждаю, когда люди надолго замерли. Ожидание чуда. Не, ожидание чуда. Чудо должно быть неожиданным. Красота. Вот эти вот скалы, смотрите, красиво. Это мы только что... Еще один взгляд с другой точки зрения на все то же самое, чтобы получить комплексное представление о том сказочном месте, где мы имеем счастье находиться. И теперь эхо всем последующим поколениям.
Не знаю, если вы не оглохли, то эхо должно сейчас скоро прийти.